Логотип в виде стилизованного подсолнуха разрабатывали столичные специалисты. Как рассказал журналистам Вениамин Кондратьев, логотип будут размещать на продукции, которая произведена на территории региона. Кто получит право нанести товарный знак «Сделано на Кубани», решит публичная комиссия. Сейчас разрабатываются критерии отбора. Я думаю, что мы не первый регион, который, еще раз подчеркиваю, старается защитить и сельхозтоваропроизводителя, и сельхозпродукцию, продукты питания от любой подделки. И это основная задача, которую мы выполняли при создании товарного знака, сделанного на Кубани. А со стороны власти регламент и условия выдачи знака будут очень прозрачным, очень понятным. И, если хотите, это знак доверия со стороны власти к сельхозтоваропроизводителю в том числе. То есть тот, кто будет получать этот знак, то есть он будет гарантирован со стороны органов власти Краснодарского края о том, что это товар качественный, товар, на самом деле, произведенный на Кубани, отвечает всем требованиям и экологической безопасности. Товарный знак «Сделано на Кубани» выведут на рынок в следующем году. Предполагается, что его обладатели также смогут воспользоваться экономическими преференциями.